Приветствую вас, зрители моего канала. Представляю очередную новинку. Это педаль для электроинструмента. Ее схема: максимальная нагрузка 10 ампер. Нажиматься может как рукой, так и ногой. Толстая пластмасса. Я для себя ее приобрел для сверлилки. Ручная дрель, закрепленная в стойке. Ее неудобно каждый раз включать, выключать. Куда удобней подойти, наступить ногой, засверлиться, отпустить, и дрель замолкает. У нас есть они в продаже, в объявлениях.